Так вот, вчера у меня взошел гипоэстес капли акварели, которые 5 штучек. Ну, семена, растишки маленькие еще. Еще остались оболочка от семечки на них еще стоит. Ну, все 5 штучек взошли. Раз, два, три, четыре. 5 маленькие. Ну, посмотрим, как они будут дальше расти. Ну, пока тоже просто поливаю их опрыскиванием. Еще пока в тепличке находятся. Вот когда чуть побольше поднимутся, чтобы не упирались об крышечку, буду крышечку также переворачивать. И первое время еще подержу маленько их в тепличке. Так вот гипоэстес всходит. Вот так вот за 2 дня вырос гипоэстес. Всходы еще маленькие. Ну, по крайней мере, уже дали листики. Освободились от семечки. Вот здесь один только, правда, еще какой-то дохлячок. Но вроде нормально. Ну, посмотрим. Надо их перевернуть, то они на солнышко сильно вытягиваются. И уже который раз жалею, что нету фитолампы. Все-таки фитолампа необходима зимой. Вот у меня моя бегония чуть-чуть подрастает из семечки. Тоже наращивала эти листочки уже 4-й месяц тоже. Долго-долго растет. Ну вот посмотрим, как дальше гипоэстес будет расти. Ну, пока такие вот малышки.